Політика UA на каналі Рада вітає. Будемо говорити про волонтерство, а саме підтримку дітей війни. Гостей нашої студії є координатор соціального проєкту «Діти неоголошеної війни» Анюта Славська. Анюта, рада вітати вас у нашій студії. Здравствуйте. Кстати, да, сьогодні Всемирний день волонтерів, поэтому я теж хочу поздравити всіх причастних к этому дню. Я думаю, что, наверное, каждый из нас за последние, да, там, 3 года особенно, где-то в какой-то мере стал волонтером. То есть помогает, поддерживает, я не знаю, даже все, что касается социальных сетей, да, делает какие-то перепосты, привлекает внимание. Вот я в своей жизни, вот уже как полгода, где-то тоже занимаясь социальной такой сферой, стала волонтером. Ну, дивіться, на сьогодні от стартував за вашої підтримки, я так розумію, ви є організатором всеукраїнського соціального проєкту «Діти неоголошеної війни». Хто ж вони, ваші герої, герої цього проєкту? Ну, в первую очередь, конечно, в центре внимания и объективов это дети. И дети здесь нельзя кого-то, да, там ограничивать. Дети – это дети. Они живут и на востоке Украины, они живут и в центре, и на западной Украине. Это все дети, которые в той или иной степени пострадали от событий, которые происходят у нас сейчас там, в Донбассе. Конечно же, больше где-то пострадали дети, которые живут и в серой зоне, и на бесконтрольных территориях, и дети-переселенцы, которые полностью поменяли абсолютно, да, свой мир, быт людей, которые находятся рядом, школы. Не всегда у деток получается, чтобы они влились в коллектив, не знаю, нашли себя, какие-то свои увлечения. Я не говорю уже о родителях, которые не всегда могут найти и работу, и, конечно же, и арендовать жилье, и как-то этих детей ставить на ноги и кормить чем-то. Но мы занимаемся именно детьми, и то, что огромная психологическая травма у этих деток, это факт. Для того, щоб подолати цю психологічну травму, пройти певну реабілітацію, вона займає роки, місяці, чи травма на все життя? Чи можна от сьогодні дитину вилікувати від цієї психологічної травми? Ну, я не являюсь именно специалистом, да, в этой сфере, но не зря же, сколько, да, в последнее время делается там проектов, благотворительных конкурсов, фестивалях, и на каждом таком проекте, да, присутствует психолог, который общается с этими детками, который пытается как-то внедриться и помочь справиться с этой проблемой. Ведь ребенок, он не всегда может открыться родителям, да, поделиться своими страхами. Иногда эту проблему можно увидеть через рисунки, через какое-то вот изобразительное искусство. Но то, что это проблема и это, к сожалению, травма на всю жизнь, это тоже правда. Дети могут что-то как-то легче переносить, да, но потом эта травма может дать о себе знать, когда ребенок уже станет взрослым. От на що спрямований саме ваш соціальний проект, в чому його суть полягає, яким чином ви намагаєтеся підтримати цих дітей, дітей неоголошеної війни? Ну, конечно же, мы хотим в первую очередь привлечь внимание к этим деткам, потому что у нас столько новостей каждую неделю, каждый месяц в стране, что ты забываешь, что происходило месяц назад, все настолько так быстротечно, и у нас не так много внимания уделяется этим деткам. У нас уделяется время и внимание, когда приходит 1 июня, День защиты детей, когда наступают, вот опять же, да, предновогодние праздники, День Святого Николая, Рождество. А в остальное время дети предоставлены сами себе. То, что закрываются какие-то спортивные секции, то, что сейчас меньше и меньше каких-то музыкальных школ, даже вот я вспоминаю свое детство, у нас было гораздо больше возможностей и развиваться, и находить себе какое-то хобби, то сейчас, мне кажется, это настолько как-то мало, даже, ну, говорят, наверное, пустые игровые площадки возле домов, да, когда где-то проходишь просто по улице, ты видишь, что дети на улице не играют. Ну, і проблема ще в тому, що діти сьогодні все ж таки з гаджетами знаходяться в більшу частину часу. Що не скажеш про наше дитинство, коли і по телевізору було там декілька каналів, да, і ми шукали мультики, дитячі фільми, щоб це подивитися. Ну, опять же, тих діток, які ми стараємося обращати к ним внимание, да, і общественности, і государства, у них не так много возможностей, опять же, приобрести те же гаджеты, сходить в кино,
я не знаю, это детки-сироты, это и детки-переселенцы, и детки воинов АТО. Их нельзя назвать избалованными детьми. Они все-таки, опять же, занимаются по мере возможностей какими-то своими хобби. И родители из-за того, что жизнь сейчас не такая легкая, конечно же, не могут достаточно внимания уделить деткам, да, и, ну, я не знаю, направить их на какой-то путь саморазвития и больших целей. Тобто, наскільки я розумію, ваш проект спрямований на те, щоб підтримувати дітей не лише там 2-3 рази в рік, і то в дитячі свята, да, а постійно. Конечно, поэтому мы придумали проект, который называется «Три минуты на детство», где у нас известные украинцы, спасибо им огромное за то, что они принимают участие и откликаются на наши просьбы, ну, и инициативы. Это Владимир Горянский, он был первым, это Оля Сумская, Виталий Борисюк, Жан Беленюк, Стелла Захарова, вот Светлана Тарабарова, завтра мы снимаем Потапа для нашего проекта, Сергей Бубко дал согласие для съемок в нашем проекте, Анатолий Соловьяненко, их очень много, Тимур Мирошниченко. Я действительно благодарна этим людям, что они рассказывая на своем примере, какое у них было детство, что, конечно же, тоже все было не так прекрасно, не так все было безоблачно, но они смогли добиться и огромных результатов, они смогли стать успешными, и тем самым мотивируют детей на то, что у каждого есть шанс и у каждого есть возможность стать любимым для всех українців. Тобто, по суті, є можливість в дітей поспілкуватися із відомими українськими там бізнесменами, да, виконавцями, У нас є зйозний лот, вот ми зараз уже приступаємо к фіналу нашого проекту, де у нас наші селебріті, да, пообіцяли дітям, що подарять 3 часа на мечту, и они готовы встретиться. Та же Оля Сумская, Тимур Мирошниченко, прекрасный так, ведущий. Так, все начиналось из 3 хвилин на дитинство. Да, но это были истории, которые рассказывали взрослые, да, как у них было, как они выбирали свой путь в жизни, и вот к чему это перевело. Например, Денис Силантьев рассказывал, что он был последним ребенком из группы 38 человек. Он хуже всех плавал, он был самым маленьким, таким щупленьким. И вот, пожалуйста, олимпийский чемпион, который поставил рекорд Украины, да, не только Украины, а по стилю баттерфляй. Вот на таких историях нужно учить нашу детвору, что только благодаря своему труду, благодаря своему упорству можно чего-то добиться в этой жизни. Ничего не приходит само по себе, только труд, усилия и терпение. А уже 3 часа на мечту – это как некий финал нашего проекта, где уже звездные лоты, они будут непосредственно встречаться с нашими участниками, те, которые будут за них бороться и борются сейчас. И они расскажут секреты своей профессии. Тимур Мирошниченко расскажет, как не переживать перед выходом на сцену, как запоминать тексты, как справляться с волнением. Ольга Сумская пообещала, что сделает экскурсию по театру, как она наносит грим, как происходит это все, да, там, я не знаю, костюмерно, это все. Ну, этот мир театра, он интересен. Жан Бринюк пообещал, что он пригласит ребят, у нас их очень много желающих попасть к олимпийскому чемпиону, на олимпийскую базу в Конча-Заспе, где сможет прямо на ковре показать, как нужно разминаться, как нужно становиться в стойку. В общем, это будет интересно. Ну, честно сказать, мне так точно будет интересно. А сколько таких детей, яка кількість може одночасно спілкуватися з відомими зірками українськими? Ну, мы изначально, понятно, ставили себе какие-то свои планы, думали, это будет 1-2 малыша на встрече со звездным лотом, мы сейчас понимаем, что настолько большой ажиотаж, не сразу дети стали присылать нам видео, очень большая была такая... А, так дети еще присылают видео? Присылают до сих пор, вы представляете, то есть мы уже должны вот 14 декабря говорить победителей имена, так мы изначально хотели, то сейчас мы понимаем, что каждый день мы получаем новую порцию видео. А нет, дети пишут про свою мрию? Они рассказывают видео, да, чем занимаются, чем увлекаются, кем хотят быть в будущем и, конечно же, какой видят нашу Украину. От відрізняється от сьогодні в дітей переселенців, дітей війни мрія, різні мрії? Можна говорити, що більшість з них мріє все ж таки, щоб був мир?
Конечно же, каждый говорит о том, что видит нашу страну только мирную, красивую, успешную. Но мечты настолько разные, правда. И это так умиляет, когда девчонка, которая приехала из Донецкой области, из города Зугреса, девочка-переселенка, она мечтает быть поваром, просто поваром, чтобы накормить нуждающихся, чтобы люди не голодали, чтобы у них была возможность покупать продукты. То есть такие у маленьких детей такие, ну, очень взрослые пожелания и мечты. Есть мальчишка, который хочет стать пилотом самолета. Есть, это я говорю сейчас о детках, это к нам и сироты присылают свои видео, это вот детки-сироты, вот они мне как-то очень запомнились, эти видео. Есть, опять же, ребята из Донецкой области, там хочет быть парень, уже ему 15 лет, и он хочет быть капитаном дальнего плавания. То есть это такие настолько, ну, я не ожидала, что сейчас у ребят есть такие мечты. А от яким чином реалізувати ці мрії? Ви говорите про ці зіркові лоти, от що вони собою представляють? Ну, борются они за эти зеркальные лоты. Какие шансы открывают перед ними? Что дают? Опять же, у нас есть и зеркальный лот, как и, например, Анастасия Иванова, это украинский дизайнер. У нас есть девчонки, не только девчонки, но и мальчишки, которые хотят быть дизайнерами. И они непосредственно у Анастасии смогут спросить, с чего она начинала, с чего лучше начинать, каких ошибок лучше не сделать уже по тем шагам, которые Анастасия прошла в своей жизни. Она действительно может дать какой-то дельный совет, и причем из первых уст. Это очень здорово. Опять же, мальчишки-спортсмены, которые занимаются борьбой, которые занимаются дзюдо, они мечтают услышать от Жанны какие-то интересные подробности. Дети сами выбирают себе певный лот, да? Конечно, за какой зиркой хочешь спілкуватися? Там нет такого. Конечно же, есть детвора. Опять же, для детей нельзя сделать какие-то правила, да, конкурса, потому что детвора все равно будет говорить то, что они хотят. Но по возможностям, которые мы имеем, у нас, конечно же, была девчонка, которая, и есть девчонка, которая участвует в нашем конкурсе, и она очень хотела встретиться с Джамала, и мы вели переговоры по общению, и вообще, чтобы Джамала стала звездным лотом, но здоровье Джамала сегодня, к сожалению, вот нужно где-то, да, вот время для себя, я считаю, что это правильно, это мы желаем ей здоровья, и ее малышу, но я думаю, что в будущем мы что-то сделаем, делаем из Джамалы. Анюта Славська представила свой зірковий лот, адже ви також співали на сцене. Я и пою, но больше времени сейчас отдаю, конечно же, этому проекту социальному «Діти неоголошеної війни». Я не могу выставлять себя как лот, потому что, знаете, я не понимаю таких людей, которые хотят вот на двух стульях. Вот как говорится, да? Ну, вы можете поделиться досвидом, я и так поделюсь, поверьте. Стали артисткой, почали спевать, да. И как вы стали... Я дончанка, которая никогда даже не мечтала, что приеду в Киев. У меня не было, как у некоторых, да, я приеду и завоюю столицу. У меня таких мечт никогда не было, глобальных, больших. Я просто пела, я получала образование, я стала руководителем хора и преподавателем по народному вокалу, и только потом у меня появилась возможность переехать в Киев и выйти на большую сцену. Это, конечно же, незабываемо, я всегда буду делиться с ребятами, тем более, что у нас есть тесные контакты, мы общаемся по телефону, мы приезжаем в дома семейного типа, у деток, у которых нет возможности записать видео, я сама беру свою личную аппаратуру, фотоаппарат, не знаю, телефон, и еду и пишу этих деток, потому что очень хочется, чтобы как можно больше детей поучаствовали в нашем проекте. Чому саме от волонтерством ви решили зайнятися, адже це така, ну, доволі складна робота? Ну, я не могу сказать, что это прям вот волонтерство в чистом проявлении, но, опять же, я дончанка. Кто еще должен заниматься таким проектом, как не я? От ми говорили на студії уже, що сьогодні зазвичай більше жінок представниць волонтерського руху. Да. Потому что они, ну не знаю, они очень эмоциональные, очень сердечные. Ну, по большей части все-таки, да, женская натура, она такая, она очень ранимая и сопереживательная. Вот 3 года назад, когда начали происходить эти ужасные события, конечно же, я столкнулась в первую очередь с тем, что помогала своим родным поменять место жительства, найти себя, найти жилье, найти работу и вообще как-то на какое-то место под солнцем. С взрослыми работать сложнее, чем с детьми? Конечно.
Конечно, потому что дети, они все равно еще как пластилин, ты еще их можешь куда-то направить, как-то подсказать, и они тебе прислушаются. Взрослый, чем старше, тем где-то упертее, где-то ты настолько не можешь повлиять на это мнение. И, наверное, с одной стороны, это хорошо, потому что это уже состоявшиеся люди, но для них тяжелее менять место жительства, потому что когда тебе 50 лет, найти новую работу, поменять профессию, да, переквалифицироваться, то это действительно тяжело. Когда тебе еще 20, и ты можешь мечтать и, не знаю, уехать в другую страну, искать себя, потом не найти, вернуться обратно. Но для взрослых людей, конечно же, это стресс и это шок. А от дітям шукати себе у нинішніх умовах, створювати себе, відкривати себе, от чим ти хочеш займатися? Ви вже згадували за дівчинку, яка хоче просто бути поваром. Да, да. Дети, ой, они настолько, знаете, когда устаешь, понятно, что этот проект отнимает очень много времени, сил, эмоций, но когда ты общаешься потом с этой детворой и слышишь об их мечтах, это, конечно, дорогого стоит, и думаешь, так, все, значит, никто не устал, все прекрасно, собрались руки-ноги, пошла, поэтому... Они придают сил, они заряжают, они генераторы. То есть где-то есть та психологическая реабилитация, которая сегодня потребна самим же и волонтерам, которые помогают. Да, это некий обмен такой, который происходит между волонтерами, детьми, семьями, сиротами, которые нуждаются во внимании. Поверьте, когда приезжаешь в какую-то семью, где там семеро деток, сирот, они не говорят о том, что они не едят там часто конфеты, и там они не бывают в кино, они катаются на роликах и так далее. Им просто нужно внимание. Они тебя обступают со всех сторон и ловят твое каждое слово, которое ты говоришь. И вот ради этого, ребята, вот хотите вы заниматься, да, выберите какой-то день, какую-то семью. Всем помочь не можем мы, да, ну, я не смогу. Но кому-то определенному, адресно кому-то, то это настолько дорогого стоит, когда дети смотрят, когда они наблюдают за тобой, когда они учатся чему-то. Они действительно, то есть когда ты подсказываешь, и потом детвора, ну, повторяет твои слова где-то через полгода, когда ты, да, там их опять встречаешь, то думаешь, как бальзам по сердцу, приятно очень. Ну, тем більше ми говоримо про те, що всеукраїнський соціальний проект «Діти неоголошеної війни» продовжується. А от в разгарі, прямо саме в разгарі, да? А от про фінал ми говорили, да? Коли має відбутися фінал? І... Ну, опять же, ми говорили о фіналі, ми хотіли до 19 декабря, до, опять же, как все, да, сейчас будут что-то делать к Дню Святого Николая, мы изначально хотели это делать там полгода назад, но понимая о том, что очень у нас люди стали в некоторой степени испуганные, очень недоверчивые, и они не сразу стали присылать видео, они не верили, что вообще такое возможно, тем более, что мы акцентировали внимание на том, что неважно, откуда ребенок, мы, наша платформа берет на себя ответственность взять растраты на дорогу и на проживание в Киеве. То есть ребенок... на финал дети мають приехать в Киев? Да, конечно, обязательно. То есть ребенок не просто пообщается со своим кумиром, услышит какие-то секреты, какие-то новости для себя, не знаю, наверное, что-то отметит для себя на будущее, и обязательно это пригодится в будущем, но и увидит столицу, погуляет, и тем более это будет красиво уже. Анют, а сколько всего участников и сколько зможе все-таки приїхати в столицю? Сейчас участников очень много, но, конечно же, победить все не смогут. Есть у нас лидеры, мы выбираем лидеров по количеству лайков, потому что у нас платформа находится в социальной сети, в Фейсбуке, находите страничку «Діти неоголошеної війни», там есть очень много... Это у вас, по сути, народные судьи. Конечно же, то есть люди заходят, лайкают, делают перепосты, либо очень активные родственники, которые сразу берут видео в свои руки и начинают распространять, и мы видим, как увеличивается охват этой публикации, понимаем, что это лидер. Но есть, конечно же, детки, для которых настолько оригинальное их видео, настолько они, ну, необычные, что, наверное, этим они тоже нас подкупают. Поэтому, конечно же, деток будет больше, чем мы изначально планировали приезжать в Киев и общаться со своими кумирами. Но неважно. Главное, чтобы все прошло хорошо, чтобы дети остались довольны этой встречей. После этого я только смогу выдохнуть и выспаться.
Ну, а саме головне те, що ви робите, те, що ви підтримуєте дітей і наближаєте їх все ближче і ближче до їхньої мрії. Да, в першу чергу так і є. Поэтому, якщо ви ще не успіли прислати відео, заходите на нашу страничку «Діти неоголошеної війни», приймайте участь в нашому конкурсі, поки є ще немного часу. Про це говорить Анюта Славська, відома українська співачка і координатор соціального проєкту «Діти неоголошеної війни». Я вам дякую за цікаву розмову, дякую за те, що ви робите. Ще раз вас вітаю із Міжнародним днем волонтера. І дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.